Друзья, всем привет! Всем привет! Мы с Андрюхой выбрались на рыбалку. У нас настала осень, у вас, наверное, тоже она настала. Лето кончилось неожиданно. Вот. Водичка похолодала, и мы решили выбраться на Москва-реку. Ну, как решили выбраться? Я не особо хотел. Андрюх меня позвал. Вчера спонтанно так созвонились и... Поехали! Поехали! Вот, приехали, сейчас уже дошли, как видите, до берега Москва-реки, ловим в районе Бронец, будем ловить на спиннинг. Я на джик, Андрюх пока насадил железо, космастер. Железо, говорит, я тебе покажу, как ловить местных щук. Щук и жерехов. Да. Вот, ну все, снасти собраны, мы на реке, не переключайтесь, усаживайтесь в кресло поудобней, смотрите, что из этого получилось. Если уже видите, значит, что-то из этого получилось. Вперед. Поехали. Так, ну вот мы на первом месте экстремальном. На место, где я обычно щуку ловлю. Сейчас начнем с небольшого такого релакса и 12 грамм. Посмотрим, что у нас выйдет. Это, конечно, не Астрахань. Далеко. Да, как я и сказал, первый заброс в дерево. Ну ладно, нормально. Андрюха, блин, мне говорит, лови здесь, тут, блин. Ну что, с первого заброса будет поклевка? Делаем ставки, господа. Понимаете, он с первого заброса. Есть! Поклевочка! Переехали с Андрюхой на другое место. И давай у крутояра встанем, половим. И кто-то клюнул, правда, как теперь это вытаскивать? Ну что-то не крупное. Что-то не крупное. И кто, интересно? Пацанчик поймал. Были тычки, парочку. Ну что-то он. Ай! Кто это? Окушок? Нет, не окушок. А окунь. Окунь. Смотрите, хороший окушок такой. О, Андрюх, ты был прав, в принципе. Крутояр. Сработал. Все-таки, да, это были тычочки такие. Хорошо. С таким хорошим-то ударчиком он взял. Пробил. Вот она, резиночка такая. 2,5 дюйма. И такой вот красивый окушок сегодня есть. Не зря переехали. Ладно, плыви, позови нам кого-нибудь покрупнее, скажите. Мы ловим и отпускаем. Там у травы воблер плавает. Не знаю, наверное, на камеру не особо будет видно. Блин, надо его как-то поймать. Но с этого берега спускаться что-то вообще никак не хочется. Но я его сейчас подцепил чуть-чуть, он к берегу подплыл. Блин, надо его доставать. Спустя 10 минут кидания, смотрите, я извлек его из воды. Подцепил. Воблерок, ну это какой-то этот, похоже, на троллинговый. Да. Походу, кто-то троллил. Оторвал. Такой уже весь в налете, но хорошенький. Не сгнивший, крючочки целые. Ну что, все равно мелочь, а приятно. Рыбалка удалась. Ловим дальше. Ну, отмыл его. Хотя троллингом не занимаюсь, но пускай лежит. Когда-нибудь, может быть, в коллекции пригодится. Бандита поймал я. Кто узнает свой воблер, пишите, верну за вознаграждение. Ну, сделали мы с Андрюхой несколько забросов на этом крутояре. Несколько было тычков, одного окушка поймали. Зацепил ценный воблер. Коллекция моих трофеев с рыбалки пополнилась. Да, кто узнал в этом воблере свой, обращайтесь, так уж и быть, вам верну. Вот, а сейчас мы кладем наши спиннинги и вдоль берега едем дальше. Изведывать неизведанные
ранее места. О, баркас плывет, баркасу дорога. Ну а мы поехали дальше. Так, кукурузу. Во, варвар, кукурузу нашел, будет ее хавать. Я тоже хаваю кукурузу. Вспомнили детство. А что, сейчас нарвем и домой возьмем пару початочков, сегодня сварим. Вот наш обед. Да? Мы уже не пустые. ЗОЖ у нас сегодня. Да. Давай. А, и вам также приятного аппетита. Ну, перекусив кукурузой, чаем с колбаской, переместились на еще одну точечку. Сейчас будем ловить здесь. Последний раз вроде, когда я здесь ловил, поклевки были. Видео можете посмотреть. Но посмотрим, что сегодняшний день нам здесь покажет. Пока по поклевкам до обеда, скажем, не очень все замечательно. Надеюсь, самое лучшее нас ждет впереди. Левка, нифига! Кто, окунь? Опять окунь? Хороший окунь. Как тебе его поднять? Лучше, чем тот. Придавил за нижнюю губу. Взял, о, какой красавчик у нас. С Андрюхой разговаривали. И нежданчиком он так подвис. Без удара просто почувствовал, что уже трепыхается. Вот, красавец. Сегодня второй уже. Где судаки, где щуки? А куда они все делись-то? Иди позови, скажи. Мы посмотреть на них хотим. Что это такое? И баржа, и что-то висит у меня. Что это, рыба? Не похоже на рыбу. Палка, ваши ставки, дамы и господа. Палка. Палка-палка, огуречек. Ой, леска какая-то. И еще чья-то плетенка. Не твоя, Андрюх, плетенка? Да, я думаю, что-то меня подергивает. О, па. Даблшот. Две одинаковые приманки слились в одну. На фоне проплывающей мимо баржи. Они совокупились. И сейчас они родят целую пачку таких же приманок. Андрюхи, поклевка! Хо-хо, поймал! Кого поймал? Давид? Да. Там, чтобы мой спиннинг не ушел, никто не клюнул на стоячую резину. О, о! Блин, о! Кто это? Окунь! Нет, судак! Нифига! Ух ты, какой хороший! Не, не закончик не подымай! Давай этот! Да не закончик, давай этот! Леску хватай, плетенку и подымай, хороший. О-хо! Ты меня обловил, Андрюха. О, какой. Давай. Хорошенький. Бирж. Бирж. Ну, возьми его нормально, по-человечески. Сколько он весит? Не знаю, весы там есть. Фига бирж, ну грамм 800. Можно взвесить. Давай взвесим. Посмотрим сейчас. Ну, красавчик. Взвешивание. Ну, блин. Их никто не угадал.
645. Ну, все равно прикольно. Расскажи свои ощущения. Во. Отпускаем. Друг, ты извини, что высоко. Но я надеюсь, что с тобой ничего не случится. Спускаться здесь опасно. Потом не подымись. Ох, ох, ох. Он пошел нормально. Жить будет. Резво ушел. Зови нам еще. Андрей в ударе. Есть опять. Меня хвост сейчас только что. В траву ведет. В траву нам не надо. Придавило. Судачок. Или берш опять. Похож на бершик. Ну ты вообще в ударе. Бершик, бершик. Ну, это поменьше уже. Бершик. Вот еще один бершик. Опять на Рустемовскую приманку взял. Она сегодня рулит. Что, будем отпускать его? Отцепляй и глуши. Тихо, тихо. Ой, родной. Есть. Что-то я поймал. Что-то не крупное, но поймал. Сам чуть поймал. Че это такое? Окушок, что ли, мелкий? Не, судачок. О! Ай! Ой, зацепился. Таким ударчиком клюнул. Не, судачок. Судачок маленький. Это судачок. Сначала, думаю, показалось, а потом не. Я уже начал переживать, что сами ловить не стал. Ага. Хоть бы что-нибудь ловилось. Судачка поймал. У тебя такой сошел, да? Это размер-то. Ага. Вот, Андрюшка, как всегда, эта приманка на Москва-реке, что-то цвет рулит. Вот такой некрупный, стеклянный, оловянный. Иди. Плыви отсюда. Ну вот, друзья, подошла к концу сегодняшняя наша рыбалка. Это не Астрахань. Далеко не Астрахань. И Астрахань, конечно, отсюда далеко. Но все равно с Андрюхой увидели с десяток поклевок. Этот нехороший человек стоит сейчас там сзади камеры, улыбается, показывает, что он поймал самого большого берша. Он пошел со своим стаканом. Вон, да, машет. Вот, в принципе, поклевки были, поймали немножко рыбки, судачки, бершики, акушки. Нашел хороший воблер. Вот, в принципе, отдохнули, воздухом подышали, свежим под Москвой. Лучше, чем дома сидеть. Лучше, чем дома сидеть, да. Вот, все, сейчас собираемся, едем сидеть домой. Это была подготовка к Рязани. Вот, если вам понравилось это видео, не забывайте его оценить. Если не понравилось, тоже не забывайте оценить. Не забывайте написать, что понравилось, что не понравилось. Это поможет мне сделать мои видео гораздо лучше. Ну и как всегда, всем пока, до встречи на рыбалке.